начинаем продолжать или продолжаем, что начали. Вот сейчас у нас группа здесь «Повешенная луна». Вот так они видят луну, вот именно повешенные. Вот. Неизвестно, кто ее когда и зачем подвесил, но тем не менее она висит, по их мнению. Ребята знают Колю тоже очень давно достаточно. Ну и, конечно же, любят его по-своему, как каждый, наверное. И парочку лет, или сколько там, одну песенку даже Колину они споют, очень интересную, на мой взгляд. Хотя у него все интересное, и каждая песня очень неповторима, но это мое личное мнение. Как неповторима жизнь идиота, да, которая прекрасна сама по себе. Вот. И что еще хотелось бы вот сказать про Колю? Удивительный суфий, как я его для себя определил. Вот. Кстати, уже достаточно давно. Умеет он задеть словом. Не то чтобы словом, а мыслью, которую вот он излагает, может быть. А может не излагает, а может проповедует. Кто его знает? Одному вот главному известно. А что там известно? Одному главному тоже известно. И только ему. Ну, что хотелось бы еще пожелать? Давайте веселиться. Вон группа полюбимой, какой задорным. Задорно очень выступила. И запал очень хороший оставила. Спасибо ребятам. И сейчас продолжаем мы эту программу с группой «Повешенная луна». Встречаем их. Добрый вечер. Вроде нормально. Нам посчастливилось случайно в жизни встретить Колю Никитина и даже выступать с ним на одной сцене. Вот. Его музыка вдохновила, я думаю, многих людей, которые занимались творчеством вот, в нашем городе. И за это ему огромное спасибо. Спасибо ему вообще за то, что он есть, за то, что он был, за то, что он будет в наших сердцах. Вот, сегодня мы даже сыграем одну его песню, которая нам очень нравится. Ну, начнем со своей. Кто и в чем виноват?